Онлайн-трансляции «Треки по 40 минут» пройдут 12 и 13 сентября после обсуждения проектов. Среди экспертов – известные предприниматели федерального уровня, достигшие высот в своей сфере. Они обещают поделиться с начинающими и действующими предпринимателями секретами о том, как продуктивно пережить период кризиса и всевозможных изменений. В том, что сейчас мы переходим на более короткое планирование бизнеса, уже отличается от ранее как долгосрочного планирования. И, конечно, мы адаптировали, также у нас добавлен модуль, трек по о том, как продавать в онлайн-формате, в плане того, что как предпринимателю при онлайн-переговорах уметь правильно продавать свой продукт. В форуме предполагается участие свыше 300 молодых лидеров со всей России. Впервые в этом году снижен возрастной ценз на заявку. Теперь АТР доступен для молодых людей, начиная уже с 16 лет. Кстати, после работы площадки «Мой бизнес 2019» на АТР 30% участников создали свой бизнес и успешно его развивают и сейчас. Елена Макаренко, Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.